Бля, ну-ка, пахнет вкусно. Что ты там, занюхнул? Невкусно. У, бля, все полетело нахуй. Ой, бля, давление под сотку, разгон 220 километров в минуту. Бля, все нахуй, штормит, кипит, бурлит. Не прыгает жопа, пауз, 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 я все. И на самом деле у меня шиза, раздвоение личности и раздвоение личности. Стоп. Я же один дома. Тогда можно и шортики, о, бля, лишнее. О, бля, музыка 90-х, чистая Европа, бля. Оба, оба, где это начало? Сейчас, сейчас, сейчас. Давай. Еее, дизюпе. Лекавень гроз. Экзо хоз. Ай, мисс нига. Оба, оба, бля, нигера, нигера, пидора, еее. Оба, это же песня с ТикТока, а где это, блядь, а чё, а где начало, а вот сейчас будет, опа, вот так вот рингтон, да, опа, вот, да, всякие слова непонятные, опа, вот это музыка, бля, нихуёво поёт пацанчик, опа, не могу стоять, непонятные слова, мне похуй, я не могу стоять, не, песня для пидерас. Мы же любим под фонг. Папа, ну зачем прям тут, а, диплан, блядь? Сорян за батю, просто слегка такой, блядь, в край охуел. Батя может вообще меня обосрать и сказать, типа, о, ты чё-то грязный? Иди, жиза, помойся. Жиза. Жиза у кого-то ещё, блядь. Все, не смеши, блядь, в пизду. Голова болит, бурлит, кипит, блядь. Бля, а чё если плов, огуречек, майонез, томат, приправа? Нихуя яичница получится. Это реальные пацаны. Нас не отправляют учиться в Лондон. Мы не одеваемся в бутике модном. Наши папы не работают в банках. И я пью лимонадик вкусный и охуенный. Богдан, Богдан. Богдан, Богдан курит, курит уголь, блядь. Литра нет, блядь, тут пиздобола написано без сахара, блядь. А чё он сладкий? Кто, лимонад? Ну, напиток. Какой напиток? Сейчас, подожди, скажу. 11,6% протёрочка. Ой, блядь. Да я алкаша как вот подзаборного попросил купить. О чем же нынче пятерочка 11 промит? Сотки, потому что он сказал, я куплю, если ты мне накинешь еще на дозу. Я такой, да без бебро. Бля, американский дрил, ебать, кумарит. Заходим в ТикТок. Блять, розыгрыш 100 рублей, бля, каждому еблану, оба. Так, я зашел в ТикТок. Какие же у нас рекомендации в ТикТоках? Тут-то скала. Так. Впервые за 19 лет я видел со своим отцом. И знаете, что он мне подарил в качестве извинений? Хлеб. Шутник ебал. Всякие девочки красивые. Украинский секс-шоп. Все для Тарасов. У нас вот это скучно. Ой, миньон на жизнь. Да, ну, так, ну это чисто негры. Ну, негры, пидоры, Так, ну это тут всякая фигня. О, ну отец мудак. Че-то как-то папа перестарался. Так, папа, бля, ну, прием, во. О, еще один такой же, я просто сейчас на его канал зашел. Также играет грустная песенка.